Вернемся к новостям. Сегодня депутаты городского совета Красноярска посетили корпуса Сибирского клинического центра ядерной медицины. В отделении томографии, по сути, диагностическом, у пациента выявляют заболевания, связанные с онкологией, кардиологией и неврологией. Делают это при помощи так называемого контраста. Пациенту внутривенно вводят здесь же произведенный радиоактивный препарат, который позволяет определить, какая область или орган нуждаются в лечении. А в другом корпусе, лечебном, занимаются конкретно лечением рака щитовидной железы. Для этого также пользуются технологиями ядерной медицины. Всего на строительство и покупку оборудования Федеральное медико-биологическое агентство потратило около 1 000 000 000 рублей. В настоящее время все готово к работе. Центр на стадии получения лицензии. Первых пациентов он примет уже в мае этого года. Если говорить о впечатлениях, то могу сказать, выше всяческих похвал. Мне импонирует о том, что Федеральное медико-биологическое агентство посчитало нужным вложить необходимые средства для того, чтобы именно в городе Красноярске создать вот такой центр, который будет работать в комплексе с нашим онкологическим центром.